ॐ नमस्तेस्तु महामाये श्रीपिते सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुःखभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मन्त्रमूर्ति सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते आद्यन्तारहृदये देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि योगज्ञेयोगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॐ. Отлично. Итак, Оль, расскажи, пожалуйста, какие инструменты, какие источники ты считаешь основными? Ну, в первую очередь, наверное, я бы упомянула словари, которые мы используем, помимо списка тысячи имен. Его можно взять либо... То есть мы опираемся на разные, на разные вторичные источники. Среди вторичных источников интересен набор тех словарей, к которым мы прибегаем. Ну, наверное, в первую очередь я упомяну словарь, кёльнские словари Манье Вильямса. То и там же словарь Грасман. Это некий агрегатор, да? То есть как вот есть Amazon агрегатор, есть Яндекс.Маркет, а есть... Кёльнские словари. Сами по себе это таких как бы словарей нету, как кёльнских словарей. В Кёльне никогда не был издан ни один словарь бумажный, серьезный. Но это агрегатор. То есть все бумажные словари были оцифрованы именно в Кёльне. Все санскритские словари. Вот. И среди них, соответственно, Манье Вильямс мною не особо любим, потому что он не придает должное значение словообразованию, то есть деривации. И в этом отношении часто в рамках толкования имен бесполезен. Дает некое первое представление и не более того. Но есть волшебный словарь Грасмана. Да, а вот Грасман чем интересен? Грасман интересен тем, что он предоставляет возможность сходить по ссылкам на Ригведу, где упоминается искомое и исследуемое нами слово. Ну, вот на примере праны. В каком-то конкретном примере. Например, сегодня сегодня у нас первые имена, которые у нас будут сегодня. Диктуйте мне какое-нибудь имя. Да, значит, у нас, например, будет скан... Так, сейчас, так, скан... Что могло бы быть просто в Ригведе? Сканда, наверное. Сканда будет ли? Это вопрос, не знаю. Ну, сейчас ладно. Проверим. Да, Посмотри сама что-нибудь из того, что будет, не все будет. И тогда расшарь экран именно не вордовский, а вот тот уже поисковый. Агни точно будет, Сома точно будет. Нет, но это уже нету. Надо то, что в этих именах есть, то есть более близко к нам. Наш? Который сегодня? Угу. Ну, стха точно будет. Ну, не просто стха, там стхана может быть. Стхана, да. Сейчас. Ну, вот волшебный. О, смотрите-ка, сейчас. Адхиштхана. Одно упоминание прям есть в Ригведе из 10-й мандалы. Мы, получается, проверяем. Практически, да. Мы проверяем, как бы у нас есть несколько возможных вариантов, что может войти в Ригведу. Да, Ригведа нам интересна, потому что она целиком на русский язык переведена. Она большая, она древняя, этим нам интересно. А вот. И тут есть несколько вариантов. Вот нам повезло, слово целиком встречается в Ригведе. Но часто это не так.
То есть здесь у нас слово с превербом целиком встретилось в ригведе. Адхиштхана один раз. Но если бы так нам не повезло, мы бы пошли путем, например, просто стхана, ну, на худой конец, просто корень стха. Но тут нам повезло. То есть мы выходим на санскритско-немецкий словарь Грасмана и от него попадаем уже на корпус. Ну вот видите, стха, словарная статья глагольного корня стха огромна, в ней можно утонуть, и там как бы даже перечислены вот эти превербы, там адхи, найди, пожалуйста, адхи сверху, выше. Ну вот, получается, из отсюда там нету ссылок на конкретные статьи, в смысле на конкретные стихи Ригведы, то есть перечислены все возможные комбинации. Но там ссылки разве от этого раздела? Нет, это уже падежное окончание, именно в смысле как окончание. Вот. Ну, в общем, получается, это здесь проблема уже в том, что здесь избыток информации, что здесь с одной словарной статьей можно неделю проработать. Поэтому мы рады, что нашли полное вхождение. Как ты дальше? Ты глазами, Оль, ищешь или чаще нажимаешь Ctrl-F? Если Грасман, конечно, не помогает, я пользуюсь вот такой формулой, Ctrl-F, да, и я могу поисковое искать... окно слева внизу или справа наверху, в зависимости от браузера. Да, вот, но тогда я выхожу например, не видим, полный файл. Я тогда пользуюсь ссылкой на полный файл Ригведы. У нас есть файл, где вся Ригведа собрана в одном файле. Он большой, занимает 10 мегабайт, но как бы в нем есть определенные преимущества в плане поиска. И точно так же Ctrl-F. Я выхожу на ту же мандалу, на тот же гимн. И отсюда я уже могу копировать в наши... В нашу летопись. Источники. Да. Значит, и как ты пишу предполагаешь, летопись. Каким словом Татьяна Яковлевна перевела эту адхиштхану? Местоположение. Местоположение. Ну вот, собственно, то есть первое, с чего мы начинаем, мы документируем, что в древнейшем слое, в древнейших пластах санскрита адхиштхана, согласно Татьяне Яковлевне, это местоположение. Местоположение. Что, в принципе, нас устраивает. Ну, дальше мы как бы ковыряемся и смотрим, а на что мы это можем разбить. То есть, например... Или пользуемся волшебным пахтанием. Да. Можешь ли продемонстрировать, например, нам, что... В процессе. Это... Да, в процессе, например. То есть, ты расшарила теперь браузер или расшарила, чтобы не было на твоем экране, будет видно? А видно, да, что я пахтанье запустила? Нет. Ты запускаешь, когда, видимо, именно конкретное окно, а не вообще показывать свой рабочий стол. А рабочий стол это у меня прям... Это левое окно, когда share screen, то слева. Самое левое это как раз рабочий стол, а все, что справа, это как раз внутри. Самое левое у меня доска сообщений. Ну вот, доска сообщений. Я пока не буду рисковать, ладно? Хорошо. Просто мы сейчас будем видеть только окно поиска, но не окно результатов. Ладно, нажимаем. Так, а у меня, кстати, написано, что не найдено. А, ты, пробел, форма... а ты пробел сперва убери перед. Там нет пробела. Да, есть. Разве? Да, ну вот. У тебя почему-то не изображает, то есть он работает некорректно. Ну, в общем, ладно, неважно. Слева он должен показывать... источники, в которых он сейчас ищет. Ну, неважно, это не существует. Может, вы мне устаревшую версию дали? Конечно, тебе устаревшая. Я тебе самое новое, конечно, я знала. Буду давать. Вот я знала. Зажали. Ну, как бы свою работу она сделает. То есть мы убедимся. Единственное, то есть это слово должно встретиться как минимум два раза. В Ригведе и в Махабхарате. Хотя бы два раза оно должно встретиться. Вот сейчас мы это и проверим. Этот поиск длится 40 секунд. Он ищет по словарю
по Кунауру, по Фришу, по Кочергиной, по Ригведе, по Атхарвоведе. По словарям, то есть по вторичным источникам и по первичным источникам. И по таким, и по таким. Вот результаты поиска в Пахтане океана. Неожиданно, неожиданно, потому что те два, которые я предполагал, не нашлись, а другие два нашлись. Да. Что за симфонический такой словарь? В итоге нашли в словаре Смирнова и Кочергиной. Да, значит, словарь Смирнова в том виде, как он здесь предстоит перед вами, никогда издан не был. И я надеюсь, что я поспособствую тому, чтобы издан он был. Но мы находимся на расстоянии не меньше 5 лет от этого момента. Вот. Смирнов что пишет, Оль? Смирнов предлагает Адхиштхана. Смирнов говорит, что это слово встречается в Бхагавадгите. Вот это БГ – это Бхагавадгита. То есть его словарь – это словарь к Гите. Значит, да. Он говорит, что это слово среднего рода, при верб «адхи» – корень «стха». Какие дальнейшие значения? Становище, место пребывания, место. В переносном смысле область, элемент, высокое положение, владычество, мощь, город. А как мы в итоге в Ригведе нашли как место пребывания. Местоположение. То есть получается, смотрите, да, Татьяна Яковлевна перевела близко, но не так, как Смирнов. То есть наша задача на вот этой первоначальной стадии сбора данных задокументировать у кого как. Мы ничего не говорим, хорошо, плохо, не имеет значения. Сперва документируем. Есть ли интересное уточнение у Веры Александровны? Тоже указывает на то, что это существительное среднего рода и повторяет те же фактические значения, что и Смирнов. Ну вот еще авторитет. Правило появилось, установление или философский субстрат. Более философское толкование. Угу. Ну, получается, вот, собственно, для каждого имени мы документируем вот эти такие первичные находки, да? Да, хорошо. Возвращаемся. То есть это как бы один из инструментов. Ригведа опосредованно или... по прямой, напрямую или опосредованно через Грасмана. Чем интересен Грасман? Грасман выписал все словоформы Ригведы, и это удобно. Если мы уже знаем, что мы ищем, это удобно. Возвращаемся к нашим набору инструментов. Помимо словарей, либо через Пахтание океана Смирнов Кочергина. У нас есть еще словари отдельно: Фриш, Кнаур, Косович или Майерхофер. Но это уже тоже по отдельным ссылкам. Вот, например, можно пройти. Или вот таким образом это будет выглядеть. Так, сейчас покажу. Будет выглядеть вот такой. Нет. Вот это словарь Майерхофера на немецком языке. И тут как раз либо без Ctrl-F уже обойтись невозможно. Не, никак. Ну, здесь, я думаю, только таким образом. Нет, ну ты сперва попробуй все-таки адхистха, хотя вероятность небольшая, но... Сперва пробуем полное, потом уже идем сужаясь. Для поиска в браузере ты можешь пренебречь диакритиками, браузер на них внимания не обращает. Mm.
Ну, вот тут случайно совпало, тут случайно совпало, но это случайное совпадение. Все, идем на сужение. Просто тогда, значит, у Майерхофера корни записаны не как форме, а как, не как корни, а как что? Как форма глагольная. Формы какие? Какого лица? Presens. Какое лицо? Третье лицо. Третье лицо сингулярис. Поэтому будет не стха, а... А вот, кстати, есть и стха. Стха... Но видишь, это не глагольный... Сейчас. Хитрец. У него вообще не положено быть глагольным корнем. Ну ладно, значит... Иногда хорошо. Попадаются. Да. Ну, то есть мы видим, что есть уйма всего. И, собственно, об этом мы уже раз 20 так уже говорили, потому что этот корень встречался многократно нам уже прежде, поэтому мы на него заострять внимание не будем. Это наш второй основной источник. Два словаря Майерхофера. Кева и Эва. Два трехтомных словаря. Да, дальше. У нас есть словарь Косовича. Чем он примечателен? Словарь Косовича примечателен тем, что он неполный, но у него есть преимущество перед другими словарями, что на литеру А он включает в себя практически весь диапазон словарных статей, поскольку от любого существительного можно организовать отрицательную форму. Поэтому через отрицание мы тоже можем найти ту форму, которую мы ищем, на любую букву. Ну вот, например, даже здесь, да, вот в 325-е имя Апраматах. Я не знаю, есть ли смысл попробовать Апрамана есть как минимум. Если даже Апрамата не будет, Апрамана есть. Как Косович перевел наше слово? Абхистана. Апрамата, апрамада, апрамана есть, апрамана, не имеющий никакого значения, без апрамата пустого. Получается есть, да? То есть 3584-я статья. Апрамата – не беззаботный, исполнительный, заботливый, бодрый. То есть мы берем... Вот это мы берем, потому что нам повезло. Это имя Вишну целиком соответствует словарной статье Косовича. Давай вернемся к инструментам. Словари, значит, несколько словарей ты показала. Пойдем дальше. Словари. И потом самое интересное из источников – это литература, на которую мы опираемся. Это либо книги Топорова, двухтомник и трехтомник, словарные статьи и статьи на тему семантики и этимологии. Это индийская философия, энциклопедия. Это здесь вот у нас еще упоминался и Эрман. Как выглядит бумажное воплощение этих книг? Не обязательно сразу выключать, но еще, да. Нет, вот. Это Топоров двухтомник. Да, покажи толщину, потому что когда ты показываешь, можно подумать, что это брошюрки, значит. Ага, да. Угу. Это Библия, да, значит, толщина в Библию. И дальше. Индийская философия. Это две Библии вместе сложенные. Так, что еще? Ну, помимо этого мы еще используем все равно Лихушину. Да, то есть мы обращаемся к конспекту в конце Лихушина. Мы можем воспользоваться и учебником Кочергиной. Да, то есть не часто, но регулярно пользуемся им, чтобы какой-нибудь момент словообразования разобрать. Любимый Светланин Бароу. Да, Бароу – это про то, как те или иные, например, суффиксы выглядели 3000 лет тому назад.
во что они превратились, в греческом, во что в санскрите, значит, суффиксы. Ну, в основном суффиксы какие-то слова. То есть там в конце есть указатель, и тем он удобен. Ну, вот мы даже пытаемся использовать аштанга-хрда и дружинина, но в чем основной недостаток этой книги, Оль? В том, что у меня нет ее в бумажном виде. Это второй недостаток. У нее есть первый недостаток. Значит, что у нее нет указателя. Да? То есть, что мы не можем воспользоваться большей частью разных наработок, потому что нет указателей. А читать каждый раз, при разборе каждого имени, все книги невозможно. В последнее время ты полюбил еще Дандекара. Ну да, мне, ну я, кстати, не только на Дандекара стала чаще всего ссылаться, но Дандекар мне нравится «Ответ к индуизму», «Эволюционирующая мифология», и мне нравится трехтомник Топорова «Исследование по этимологии и семантике», и еще нравится мне Вертоградова, но что-то у нас в последнее время мало из нее получается интересное достать. Ну и, конечно, Елизаренкова «Грамматика ведийского языка». Да, грамматика ведийского языка – это наш основной источник по суффиксам. Ну, покажи еще там, расшарь экран, пробеги с глазками, что, может, еще мы упустили. Как жми. Сейчас я не могу найти раз, в принципе, экран расшарить. Не дает? Вот отдельно можешь файлы что? Могу расшарить. А, отдельный файл можешь, да, понял. Угу. Ну, здесь тоже файл, понятно. Ctrl-F. Да, но тут получается, когда ты ищешь в Топорове, ты всегда разве находишь именно прям санскритские те слова, которые нас интересуют? Нет, конечно. А что ты делаешь с Топоровым? Топоровым, ну, русские варианты. Ну, например, либо просто как, какие-то ассоциативные ряды мы строим, у нас имена, которые включают в себя слишком большое философское значение, а мы не можем конкретную статью на эту тему найти. Но, например, там земля. Может быть, нет, земля, место, там что-нибудь, да. Место, да, может быть, но это в первом, может быть, томе про космогонические мифы, хотя он здесь тоже первый человек, тоже что из чего, косвенно можем выйти на интересующие нас статьи. То есть здесь как бы у нас нету универсального алгоритма, мы каждый раз занимаемся творчеством. Исследованием. Да, исследование. Угу. У нас нету готовой схемы, которая каждый раз бы срабатывала. Есть имена, по которым мы знаем много чего. Есть, по которым мы не понимаем их. И никто, как мы видим, не понимает, что там происходит. Имена разные. Ну, тоже хороший словарь, которым мы часто пользуемся. Индуизм, джайнизм, да. Сикхизм. Вот он у нас расстроен в последней версии поиска. Вот я так и знала, что вы мне не додали. Это словарь 96-го года. И тут авторы статей как раз все те, кого мы любим. Вот, открой, пожалуйста, начало самого словаря. Ну, оглавление там прекрасно, а вот самое начало, там есть перечисленные фамилии авторов статей. Да, значит, Албедиль, значит, я прочитаю именно известных. Алаев, Алиханова, Албедиль, Васильков, Волкова, Дубянский, Невелева, Парибак, Терентьев, Топоров и Эрман. Вот, то есть как бы здесь плеяда выдающихся русских индологов. Это словарь не переиздавался, но он во всех отношениях прекрасен. Вот.
И он у нас есть в виде, скажем так, текстового файла. То есть мы можем искать в таком вот скане книги, когда мы хотим некоторую порцию мазохизма, или можем вот искать в пахтании, вот, в текстовом файле. Что ты еще хочешь сказать? Или ты сказала все, что хочешь сказать? Я хочу сказать, что разнообразие литературы тематической может быть какое угодно, и каждый может выбрать то направление, которое ему больше нравится. Кому-то нравится мифология, кому-то больше нравится семантика, кому-то этимология. Поэтому разброс литературы широкий, кому что по душе, кому что ближе, тот и выбирает для поиска. Все знать не обязательно. А санскрит нужно знать, чтобы разбирать имена Вишну? Желательно, но это не определяющее. Я, например, пришла на этот семинар, только-только закончив, наверное, познакомиться с Деванагари, поэтому для меня все грамматические конструкции были что-то запредельное, страшное, но те источники, которыми мы пользуемся, они мне позволяли спокойно и без Деванагари приобщаться, ну, да, к знаниям имен Вишну. А потом все, еще и грамматика постепенно-постепенно как-то все больше и больше, интереснее. Потом больше работы со словарем, потом я от русскоязычных книг, мне еще очень нравится работать непосредственно с файлами Ригведы и Атхарваведы. Да, ну как бы вот это Олин профиль, да, то есть если я хочу узнать, как что переводилось в Атхарваведе, я жду Оля. Вот. Ну и, конечно, есть уйма всяких дополнительных источников, которые нам по-хорошему надо было бы добавить вот наш поисковик, то есть с десяток разных сборников статей про Индию. Вот, например, вот в этой книге, значит, есть моя любимая статья Топорова, вот, которая нету пока в поисковике, вот, называется «Санскрит и его уроки». Вот. Про эту статью я рассказываю, никому не даю, но все знают о ее существовании. Вот. Хотя бы в виде названия. По-моему, вы нам как-то ее показывали. Показывал. Это было единожды. Вы благополучно забыли об этом, и я дальше продолжаю рассказывать о названии. Вот. Да, то есть инструментов большую часть Оля показала. Они облегчают нам жизнь. Ну что? Что еще? Если мы ничего такого критично важного не упустили, можем приступить к разбору первого имени, если нам Оля, например, его зачитает. Оля, это я, что ли, да? Да, 324-е имя. Ом Атхиштханая Намаха. Значит, мы поставили основу в какой падеж? В дательном падеже. Потому что? Потому что это формула такая. А почему эта формула опирается на дательный падеж? Чем это обусловлено? Сложное слово какое-нибудь? Формула обращения. Ну, намаха, поклон кому? А, вы имеете в виду, падеж. Фаная. Да, фаная. Почему датив здесь? Поклон кому? Поклон. Ну, а почему кому? Потому что намаха. Намаха кому? Какого управления у намаха? Дательный падеж. Дательный падеж. То есть, если мы откроем шерцля, санскритский синтаксис шерцля, то мы увидим, что у корня нам управление дативус. Вот поэтому и датив. Вот. То есть у нас выписано управление всех глагольных корней санскрита в книге Шерцля «Синтаксис древнеиндийского языка». То есть когда говорят «Ом намах Шивая», вот это «Шивая» на конце, да, это дательный падеж. Дательный падеж из-за того, что корень «нам» этого требует. И все производные слова от него тоже. Хорошо. Ну что ж, значит... Здесь тогда можно еще и пользоваться всякими справочниками электронными, в том числе, чтобы ставить существительные в нужный падеж. Да. Да, 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 но это как бы не столь критично. Итак, Оль, расскажи мне, что такое адхи? Значит, мы членим на
морфемы. Ну, мы уже выяснили, что адхи – это приверб. Привербы мы можем посмотреть в конспекте Залезняка. Значит, на 323 странице. Конспект Залезняка я сейчас выдам для всех. Это наш основной источник. И Залезняк говорит о том, что адхи переводится как «к» сверху. Значит, у всех теперь есть PDF-файл. И даже если нет книги, то файл у вас есть. То есть открываем какую страницу, Оль? 323. Открываем 323 страницу. Убедитесь, что вы понимаете, где мы достаем эти привербы, корни и суффиксы. Открылось у кого-нибудь, кто прежде не открывал конспект? Юрий, например, наш постоянный гость. Приобщился ли он уже к конспекту Залезняка? Зачем нам конспект? Для того, чтобы найти адхи. А, адхи. Кто-нибудь из тех, кто прежде не пользовался конспектом, приобщился ли к нему сейчас? Или я разговариваю сам с собой? Приобщились. Отлично. Значит, задача выполнена. Хорошо. Значит, по поводу привербов, кроме того, что написано у Залезняка, нам мало что есть добавить, поэтому тут нет смысла углубляться. Вот. Остается стхана. Да? Значит, ну корень тут видит каждый. А что за суффикс? Вот тут уже, может быть, сложнее задача. Что ты делаешь, Оль, когда хочешь установить суффикс? Ну, обычно я молчу в этот момент. Но можно заглянуть Елизаренкову. Хорошо, что это означает? Заглянуть Елизаренкову. Ты ее сливаешь? И как бы перекладываешь. Я открываю грамматику ведийского языка Елизаренковой, иду в оглавление и ищу, где, на какой Подожди, странице. Ты таким вот неудобным путем идешь? Я же в ей пользуюсь мало, Марцис Юрьевич. Я же не в ней в основном сижу. Вообще, я обычно в Елизаренковой, если лажу, то с более крупными формами глагольными Ctrl-F. А суффикс я не помню, на какой у нее странице. Хорошо, я покажу, как я работаю с суффиксами. Ага. Просто когда вы пишете суффиксы, я обычно сижу в другом. На основе грамматики Елизаренковой у нас есть файл, в котором собраны все суффиксы с примерами. И в конце этого файла есть оглавление «обычное» и «обратное». Обычное, то есть слева направо, обратное, то есть справа налево. Вот. И ну вот, у меня есть предположение, что это суффикс там, какой-нибудь «ана». Да? Что в этом есть «хана», суффикс какой-нибудь «ана» или «ана». То есть мне вполне устраивает алфавитный указатель. Ну и вот я глазками пробегаюсь, вижу, что ну, есть суффикс «ана», мне не подходит, потому что «ана». То есть вполне вероятно, что «ана» или «ана», то есть вот «ана» 20-й у меня суффикс, а «ана» 50-й. Так, значит, даже не «ана», а «анам», там «м» на конце еще. Ну, там как бы падежное окончание нас уже не волнует, ну, то есть как бы нам достаточно просто найти «ана», нас интересует просто основа, «стхана». Нам не обязательно стханам, в смысле, ни разу не обязательно, просто стхана. И, например, у нас в конце каждой вот этой статьи написано ее номер, порядковый, условный номер. Вот нам, например, интересна 50-я статья, вот мы ее нашли на 8-й странице. И видим, что «ана» – суффикс именной от глагольной.
А у нас как раз тха – это глагол, то есть это изначальное требование выполнено, а образовывает основу активных причастий настоящего времени, значит, тану-тану-танвана, а вот тут, получается, не стыкуется, потому что не стыкуется. Это не причастие. Слово стхана – это не причастие. То есть 50-й суффикс нам не подходит. То есть идем методом исключения. Смотрим дальше. 51-й. Суффикс именной от глагольной. Вот это изначальное условие здесь выполнено. Да? Мы понимаем, что стха – это глагольный корень, что стхана – это имя, то есть отглагольное имя, то есть изначальный критерий соблюден. Дальше смотрим. Значит, у нас тут могут быть ступень корня слабая. Ну, допустим, пока тоже нет противоречия. Образовывает основу перфектных причастий. Чакрана, дадана. Ну, тоже не стыковка. Неперфектное это у нас причастие. Ну и тут получается, как бы нам не нравился суффикс «ана», похоже, он нам не подходит. Мы запомнили, что суффикс, например, «ана», например, 20-й, поэтому мы можем сходить к 20-му и проверить, а поустроит ли он нас, да, потому что как бы в слове «стхана» как бы заведомо заранее непонятно, это «ана» или «ана», или, возможно, вообще «на». Смотрим, ана, 20-й суффикс. Именной, первичный, образовывает и основа имен действия. В общем, все подходит. Абстрактное значение глагольных корней преобладает. Вот это уже неплохо. Вот это уже лучше, чем причастие. Аяна – движение, павана – очищение, джарана – старый. Ну, прекрасно. Вот. Будем считать, что методом перебора, мы пришли к 20-му суффиксу, вот в конце, значит, у него условный номер, у Елизаренковой они не пронумерованы, но мы выписали все суффиксы и присвоили им свой условный индекс. И суффикс, соответственно, в этом слове «ана». Мы можем записать, что согласно Елизаренковой, это 20-й суффикс «ана». То есть адхи, стха плюс ана – это морфологический анализ этого имени Вишну. Корень стха мы разбирали уже раз 20, но нет смысла на нем останавливаться. То есть какой был, кто запомнил перевод Татьяны Яковлевны, как она адхи, эту штхану перевела? Местоположение. Местоположение. То есть нам, в принципе, нечего принципиально добавить. Мы не спорим с этим переводом. Но он же непонятен. Что такое местоположение? Он совершенно непонятен. Но морфологически прозрачен. То есть, получается, здесь для толкования с точки зрения словообразования добавить больше нечего. А дальше уже или идет... Тут даже и мифология не поможет. Тут нужна уже теология, то есть толкование, то есть комментарий. Мы можем прибегнуть к нашему саяне. С точки зрения лингвистики здесь задача выполнена, она закрыта. Мы поняли все составные части. Может, а дальше уже у нас есть русский перевод, комментарии Сайны, к которому мы каждый раз тоже прибегаем. И не исключено, что сейчас кто-то не выдержит и скажет, что написано у Сайны. А кто у нас за Сайну сегодня отвечает? Анатолий. Анатолий нет, Оксана Анатолий. Нет. За Сайну отвечает Анатолий. У меня даже его под рукой нет, сейчас найду. Ну, ты пока ищи, а я залезла в Муни Вильямса, он дает перевод из разных источников, и поэтому можно посмотреть, что он думает по этому поводу. Сейчас я с английского на русский переведу только.
быть под рукой, приближаться, основа, основание, должность, местоположение, место жительства, обитель, поселение, город, стоящий над, правительство, власть, могущество, благословение. Принципиально ничего нового по сравнению с Смирновым он нам не рассказал. Непоколебимая решимость, королевский двор. Ну, я думаю, что здесь имеется в виду местоположение богини Лакшми, а потому что она живет на Вишну, и он является для нее обителью. И, может быть, здесь отсылка идет к этому. Но это будет понятно только, когда мы переведем соседние слова, потому что они связаны. Ну, как видишь, да, английский, индийский современный комментатор предлагает, что это субстрат, то есть то, из чего все вышло, то есть как бы основа всего. Основа мироздания. Саина говорит, что Адхиштханам – брахма, пронизывающий все сущее, как материальная причина. Все сущее покоится на мне. Слова Господа Хагавадгиты. Прекрасно. Мы можем открыть тогда, значит, словарь индийской философии, открыть какую-нибудь статью типа брахма, зачитать первые две строчки, удовлетвориться и пойти дальше. Помните, мы читали какой-то миф о том, что есть первичный океан, в котором плавает Вишну, и этот Вишну является первой сушей, из которой выходит, на которой все находится. То есть это вот самая земля, на которой все есть. Земля в первичном океане. Клочок земли. Есть, Ваня, что-нибудь в оглавлении, что, может быть, нас заинтересовало? Брахман, да, индийская философия, брахман, санскритская, брахман. Одно из системообразующих понятий индийской мысли, означающее абсолютное первоначало бытия и глубинное содержание всех мировых феноменов, структурировавшее мифологические модели, ритуалистические и мистические парадигмы всей ортодоксальной религиозной традиции Индии. Прочитал и поумнел, да? Да. Большая статья Шохина. Да, ну не будем. Как бы, смысл в том, показать, нет необходимости зачитывать все эти статьи. Автопарове, например. Это мог бы быть тогда миф, например, о чем? Значит, вот если отстраниться, то есть от клочка земли, это что могло бы быть, например? Это отсылка к чему? Вараха, который держит землю. Вараха – это уже частный случай. А если вообще, то есть основная мысль Топорова в чем заключается? Что все мифы сводятся к изначальному мифу. А изначальный миф мировое дерево. Мировое дерево. Вот, Мартис Юрьевич, вот вам брахман, брахман, а вот вам из статьи Топорова про брахман. Брахман Топорова. А выше бы. Да, выше 49-я страница. Первый том. Первый, да. Высшее божество, творец мира, открывающий триаду верховных богов индуизма. Брахма, как создатель вселенной, противостоит Вишну, который ее охраняет, и Шиве, который ее разрушает. Угу. Вот вам. Красота неописуемая. Да. Да, получается, с точки зрения словообразования, здесь все кристально ясно. А уже что имеет, туда вкладывает тот же Саяна? Повтори, пожалуйста, Саяна еще раз. Что он говорил, что это брахма, значит... Так, сейчас вы... Он сказал, Адхиштханам – брахма, пронизывающий все сущее, как материальная причина. Угу, материальная причина, прекрасно. То есть тот редкий случай, когда мы с Саиной даже, пожалуй, и не спорим. Вот. Мы готовы принять, потому что у нас нет лучших версий. Мы с ним согласны. То есть средневековые индийские комментаторы нам интересны до тех пор, пока наши находки не вступают с ними в конфликт. Да? Потому что они часто опираются на нерукту. Нерукта бывает притянута за уши, то есть это семантические этимологии, то есть по принципу «мне очень захотелось, значит, так оно и будет». А, вот. А нам так не захотелось, поэтому мы вступаем в конфликт со Саиной частенько. Но здесь мы в любовном с ним согласии. Вот. Как бы, Свет, ты записала тогда итоговый перевод 200 нашего, 300 какого-то, в общем, 324 имени? Местоположение сущего.
местоположение сущего. Надстройка. А не базис? Надстройка над всем. А я думал, базис. Ну, он же атхи, он же все-таки к сверху, так что... Хорошо. Как зонтик. Да. Как зонтик. Ладно, это не да. Так. Вань, как бы ты сказал, значит... Насчет ну, надстройки, как-то... там же постоянно образ дерева, которое ветками вниз. Ну да, да. То есть, как бы... тут мы приходим как раз к мифу, значит, к любимому мифу Топорова, а значит, к которому можно свести, наверное, четвертую часть всех имен. А что ну, он? Как бы базис базисом, а земля сверху. То есть... Что ты имеешь в виду базис-базис? Возьми свои мысли. Ну, то есть это все еще как бы основа бытия, но тем не менее она сверху, а не поддерживает. Вышестоящий, может быть? Ну, типа начальник? Ну да, вышестоящий. Да. Стоит выше, чем все эти боги, там, живые существа. И... Ну, это просто будет этимологически очень равно Абли, Анам, вышестоящий. Сущность. Для сущности у нас тут нет оснований. Как бы сущность это уже так далеко, что мы уже след потеряли уже изначально. Но, в общем, Олина надстройка с оговоркой того, что она пытается этимологически калькировать приверб, меня, наверное, частично устраивает. Но именно с оговоркой, что, мол, надстройка, потому что адхи. Не просто в где-то что-то находится, нечто надположенное. Вот. Пусть будет. Надстройка согласно Ольге. Значит, Брахма согласно Саяне, значит, надстройка согласно Ольге. Вот и так. Здесь приветствуется язык Хайдеггера. Добро пожаловать, Вань. Значит, я с удовольствием узнаю, что по этому поводу думал Хайдеггер. Нет, над дефис стоящий. То есть использовать слова, которые в русском языке не встречаются, его уродуют. Прекрасно. Мы любим вот над этим как только можем. Да. Если эта калька верна, надстоящий. Хорошо. Так, надстоящий. Там же окончание, вот это М, это говорит о том, что это в среднем роде стоит оно. Почему оно на М заканчивается, ханам? Это у нас именительный падеж. А раз оно заканчивается на М, что это означает? Если оно оканчивается, основа на А. В именитель. Ну, у нас это было существительное среднего рода, так что оно может быть это как в винительном, так и в именительном падеже. Но оно тут все именительное. Оно все в именительном, поэтому это средний род может быть надстоящие или вышестоящие. Ну, да. Просто из-за того, что эта разновидность Бахуврихи, в смысле, сделала его среднего рода. Просто смена рода здесь связана с типом сложного слова. Не стоит в это углубляться. Пока не стоит. Почему? Потому что абхи требуют дать... Нет, просто Бахуврихи этого требуют. Его бахуврихность требует этого. Адхи ничего не требует. Вот ана суффикс требует, а вот адхи не требует. Субстрат. Субстрат подвешенный. То есть, в общем, действительно, вот как вот у нас уже была картинка, да, значит, мировое древо, которое при желании перевернуто, не знаю, вверх тормашками. То есть, в общем. Еще похоже на слово свадхистхана. Ну, суффикс тот же. То есть у нас нету одного суперклассного, единого возможного перевода. Есть несколько набросков. Считаю, что этого вполне достаточно. Мы можем, удовлетворившись, пойти. 320. Вот странные звуки. Сейчас. Исправим положение. Итак. 325 имя. Свет. 325-й. Сейчас, секундочку, я его...
У нас люди просто тут вырубаются, значит, поэтому как бы... Ом апраматая намаха. Так, что мы знаем об этом слове? Это отрицательное слово. Мы уже его в Косовичке... Отрицательное слово. Очень емко сказано. А какая-то разновидность сложного слова? Если здесь отрицание свет, ну ты уже можешь мне ответить. Открываешь... Сейчас. Да, давай. А Оля Гусева видит здесь корень, но стесняется сказать. Я пока слушаю. Но корень-то видишь? Не, я не вижу, у меня вообще ничего нет. Я просто, как говорится, этот, внимательно слушаю и стараюсь никому не мешать. Хорошо. Я тебе сейчас на слух скажу, и ты сразу поймешь. Апраматах. 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 Ну, а это не корень. Да, это понятно. Даже про это не это корень. Привет какой-то. Отрицание. Нет. Кто может? Вы очень много от меня хотите, Марцис Юрьевич. Я соскучился. После трехмесячного перерыва. Сразу. Витя, что за корень? Кого вы спросили? Виктор. Он ищет кнопку включить звук. Так, так, вопрос. Я отвлекся. По 320 каком-то имени сейчас скажу. В 325-м апраматах. Какой глагольный корень? Мад. Мад? Нет. Мата. Нет. Нет. Тут Ваня, тут Ваня мог бы лекцию прочитать о том, почему это слово приняло именно такую форму, но не будем сейчас. Мат? Ну, то есть просто как бы нет? Мат, который в смысле типа опьяненный? Не, ну мад, который стал мата. А что вы пошли таким путем? Почему вы решили как бы идти этим путем? Ман думать. Это кто сказал? Кто сказал ман думать? Это не я, но я тоже считаю, что это ман думать, это глагол 4 класса. Mm. И на, это, на всякий случай Косович переводит это не беззаботный, исполнительный, заботливый, бодрый. Марц Юрьевич, мне бежать нужно. Я беги. Дико извиняюсь. Run Forest. Хорошего семинара, спасибо. Пока-пока. Так, значит, Вань, у тебя есть предположение, почему это именно то, что я как бы одобрил, или нет понимания? Это ман думать? Потому что? Я так полагаю, он из чередования N. То есть он... Так, разве эту линию как бы... Ма, ман, ман. Вот проверь, как бы, проверь, твоя гипотеза как бы вот бьется. А Ваня специализируется на чередованиях и рядах чередованиях корней. Вот, поэтому, значит, вот вы как бы увидели Т и решили, что это трехбуквенный корень. А вот, теперь надо выяснить, кто прав. А вы, которые решили, что это трехбуквенный корень, но на Т или Д, или Ваня, который, собственно, развивает гипотезу МАНА. Н тоже трехбуквенный, но Н и Д разные буквы и разные корни. Между собой никак не связаны. А Вильсон пишет, что это МАДА. То есть Вильсон опять не прав, а? Это мат, интересно. Мы не утверждаем, ошибка или нет. Мы сперва документируем то, что есть. Просто из перевода Косовича получается, что он склоняется к ман. Ну тогда надо к Майерхоферу, он любит такие вещи. Майерхофера такого не будет. Слишком длинное для него слово. Нет, мата. Не будет мата. Пусть Ваня пока проверит, может ли там быть именно ман. Или просто, в принципе, не может. А вы как думаете, Марц Юрьевич? Я пока еще ничего не думаю, я открываю пока словари.
Подумать нужны мозги. Откуда у меня мозги? Ну что же. Я готов даже уступить, значит, изначальным мадистам, но тогда у меня вопрос в том, какие у нас есть значения корня мад, кроме быть опьяненным. Мата есть у Мони Вильямса, что означает напиток, интоксикация. Но это все от опьяненного, но это не очень подходит нам. Сумасшедший. Это все от опьяненного. А у нас тут явно никто не пьян. Почему вы так думаете, что там никто не пьян? Может, там кто-то пьян, но просто это вторичное значение какое-нибудь? Ну, явно вторичное. Нет, изначально, да, у мада, конечно, именно опьянение. А вот откуда возникает... Возбужденный радостью, вне себя от радости, восхищен. Вне себя от радости, да. То есть тут да, тут именно, значит, да, ну, параматно получается, да, вне себя от радости, а, соответственно, А – это тот, кто, даже будучи не в себя, в общем, тот, кто контролирует себя, тот, кто не позволяет... радости уносить себя, а? Муни Вильямс говорит о том, что прамад от приставки пра плюс мад, корень мад, и опять-таки вот это значение, да, а это значит трезвый, да, по сути, если трезвый, прамад, да. Это возбужденный, да. Распутный, похотливый, опьяный, опьяненный, безумный, невнимательный, небрежный, то прамад, это будет... как раз-таки собранный, брежный, внимательный, умный и путный. Нет, слово «трезвый» мне очень нравится, да, то есть «трезвый». Трезвый. Путный. А я тут у Фриша нашла. Что нашла вы? Небрежный, не небрежный и внимательный. Так что значение очень похоже с тем, что у нас здесь записано. А, стоп, да. И корень мат. Так что... Осторожный, внимательный, бдительный. Извините, можно я спрошу вопрос? А вот вы переводите имена бога Вишну. Да. Вот Кришна – это воплощение Вишну. Я, это кажется, нас не касается, кто кого воплощение, там, кого воплощение нас не касается. Дайте сказать. Да, это описание какой-то конкретных характеристик, которые присваиваются какому-то определенному дейти. Когда вы переводите, мне кажется, нужно учитывать мифологически, как описывается этот дейти. Вот то, что вы сейчас пытаетесь перевести как трезвый и рассудительный, это не относится. Для этого у нас есть двухтомник Топорова, чтобы привлекать мифологию. Совершенно верно. Для того, чтобы заниматься мифологией, сперва нужно разобраться в словообразовании, потому что лезть в мифологию, не понимая, как образовано слово, это можно далеко дойти. Если есть несколько вариантов перевода, то мифология может помочь определиться с тем, может какой помочь, вариант перевода будет. Может помочь, но мы не идем на поводу теологии перед тем, как мы не разобрались, как устроено слово. То есть мы опираемся на собственный разум до того, как довериться Саяне, который нам скажет, а как это надо понимать. Мы сперва разбираемся сами. Вот в этом наша разница. Это два подхода. В Индии к каждому слову, например, у слова «шива» в Индии 8 этимологий. И чем больше этимологий, тем индийский этимолог считает, что он... лучше выполнил свою работу. Мы идем по другому пути, по пути европейскому. Для нас одна единственная этимология может быть верная. Эти два пути мы иногда сочетаем, а иногда нет. То есть с точки зрения Саяны, чем больше разных этимологий он приведет, тем больше он молодец. Но мы не разделяем эту точку зрения. Потому что история развития языков
указывает нам, что какие-то возможны, а какие-то заведомо невозможны. То есть на уровне фантазии, если очень хочется, конечно, можно, но именно как на уровне фантазии. И поэтому мы пытаемся разобраться, где притянуто за уши, а где действительно это прослеживается на уровне того же словообразования. Поэтому мы не начинаем с мифологии. Мы занудные ученые. Да, но мы стараемся в меру своих возможностей исследовать, а не брать готовые переводы и говорить «вот так надо». А мы не знаем, как надо. Да, потому что у нас нет никакой тут школы. Если бы мы, например, принадлежали школе вайшнавизма, да, то мы рассматривали бы это как имена Бога Кришны. И, соответственно, мы заранее знали бы, как их переводить, а мы не знаем. Да, но мы этого не делаем. То есть никакая школа. Это чисто академический подход. Поэтому здесь неуместно... Это попытка академическая. Это еще не он сам, но это попытка подхода. Да. Хорошо, согласна. Надо быть скромнее. У вас кто-то по академической попытке получается трезвый, кто, может быть, даже не очень трезвый. Совершенно верно. Нет, трезвый, в том-то и дело, что он не очень трезвый, он конкретно не пьяный, он небрежный, он осторожный, внимательный. Изначальный корень мад, его применяют при описании поведения слонов. Вот когда у слонов течка, значит, тогда и применяется корень мад. А тут, заведомо не мад. То есть, когда сносит голову, ему голову не сносит. Вот. Можно сказать воздержанный, да? Воздержанный. Очень хорошо, потому что мы передаем как раз, Света как раз удачно идет по пути кальки. То есть, мы пытаемся поморфемно воссоздать это слово средствами русского языка. То есть, если в изначальном слове помимо корня был еще приверб, а тут он был, пра, вот этот прамад, так вот этот воз, он воз создает санскритский прамад, воз держанный. Вот. Трезвомыслящий еще, да, внимательно, обладающий разумом и так далее. В общем, не уносит его от того, что ему очень радостно, его туда не уносит, он... свою линию блюдет. Вот. А уже как Саяна скажет, от чего он там трезвый и от чего он там воздерживается, это уже толкование. К изначальному заложенному смыслу это не имеет отношения. Могут быть красивые, прекрасные, даже правильные толкования, но это уже другой уровень. Надо четко понимать, на каком уровне каждый раз мы говорим. То есть не смешивать все эти уровни. Мы не против. Ну, давайте ради интереса прочитаем толкование Прабхупады. Я нашла его перевод этого слова. А праматах противоположно праматах, что означает безумный. Материалист безумен, ибо действует согласно велениям чувств, без нужды вовлекая себя в цикл рождения и смертей. Преданный же апраматах разумен. Шрила Прабхупада перевел апраматта как не знающий опьянения. И это опьянение особо относится к интоксикации. К примеру, человек, опьяненный алкоголем, утрачивает внутреннее равновесие, становится сентиментальным, несдержанным и непоследовательным. Иногда, изображая духовность, человек причудливо одевается, считая себя Иисусом Христом или воплощением Бога. Взоры его нездешни, речи необычны, и люди считают его сумасшедшим. Вероятно, такой человек когда-то где-то услышал, что желательно жить духовной жизнью, однако, не имея должного руководства, он впал в иллюзию, считая, что он живет святой жизнью. Разумен лишь тот, кто идет по истинному духовному пути, руководимый гуру, шастрами и садху. То есть, видишь, Свет, ты не зная, что сказал Прабхупада, применила слово «разумное» еще минут 5 назад. Да, то есть апрамата, то есть мы можем пойти от противоположного. Мы не обязательно должны говорить, что он, не пьющий. Можем сказать, что он трезвый или просто разумный. То есть, когда внесется эта сила природная, естественная, нечеловеческая, он остается над этим. То есть, и тут как раз надо понять, почему это имя дано после предыдущего. Какая здесь выстраивается мысли, а она выстраивается. То есть он над, помните, у нас это надстройка, да? Что бы там ни случалось, он над этим. А много чего случается. Ниже пупа. Обузданный еще. Есть хорошее древнее славянское слово «обузданный».
обузданный. Да, хорошее, пожалуй, слово, обузданный. Смотрите, вот здесь еще у меня такая мысль, вы знаете, вот когда говорят о каких-то йогах, они могут пить очень много, но при этом никогда не становятся пьяными. Если вы посмотрите на это так, то это неопьяняемый. Это тот, не тот, кто не пьет, это не трезвый. Это тот, кто-то пьет, но не пьянеет. Это да, тот, кто да, живет да, этой жизнью, которая может опьянять, да, но она не опьяняет. Ну, скажем так, у нас нет аргумента, чтобы это опровергнуть, да? Да, это тоже может быть как взгляд. Да. Видите, каждое слово, каждое имя Вишну, оно очень емкое, и можно разглядывать его с разных сторон. Ну, просто есть, скажем, заведомо невозможное, да? А есть, в общем, море всего возможного. А есть то, чего быть не может. Наша задача – отсечь невозможное. А в остальном тут у нас нету господства, моего какого-то мнения. Нет, я здесь с вами на равных. Мы пытаемся найти какой-нибудь источник, за который можем зацепиться и взглянуть с новой стороны. То есть потому что в чем проблема русскоязычных академических индологических изданий? Они почти никогда не анализируют имена, за редким исключением. И вот, пожалуй, Гринцер – это как раз то редкое исключение, он пытается почти всегда докопаться до сути имен. Даже вот в переводе Рамаяны большинство имен он переводит, чего не делает ни один другой переводчик. Вот наши переводчики Махабхараты, например, когда в третьем томе Махабхараты, значит, переводит имя Шивы Пинакин, они пишут «Пинакин – это Пинакин». Вот. А меня такой подход не устраивает, потому что у Пинакина есть связь с русским словом «пень». И вот через этого «пня» я начинаю понимать, что это некий посох, это некая палка, это не просто Пинакин. У этого слова есть смысл. Он имеет родство с русскими словами, которые для меня понятны, я могу визуализировать, то есть я могу как-то расчувствовать это имя. Я могу ошибаться. Но вот такие разыскания иногда... У меня даже во рту возникает вот вкус этого имени. Я помню, у нас было имя, к которому мы вышли через колокольный звон. И я вот это имя для меня стало наполненным. Не просто какое-то красивое имя, а я обрел наполнение. И вот это мой способ обретения наполнения имен. От того, что я прочел, что кто-то решил за меня, что оно означает то-то, от этого я не наполняюсь. Да? И как бы мы здесь собрались, вот люди, которые в некотором роде, ну, мы похожи, мы единомышленники, мы не берем ничего, вот просто так, мы пытаемся перепроверить. Мы не отрицаем сразу, но мы перепроверяем сами, своими вот ограниченными возможностями. Марта Юрьевич, да. По-моему, Пинака – это имя собственное Лука Шивы. Что, именно Лука Шивы? Лук. Не Пинакин, тот, который Гандива, это был у Арджуны. Там более длинная история. Я просто привел пример того, что как бы даже имена, которые нашими учеными не переводятся, имеют совершенно отчетливые значения и могут быть разобраны. Всего лишь вот яркий пример того, что имена в Индии значащие и переводятся. Кто привел цитату из Рамаяны? Полина. Полина. Да, зачитай нам отрывок из Рамаяны. Что ты там интересного нашла? Тебя не слышно пока, хотя ты включил микрофон, но не слышно. У нее не работает, по-моему. Помните, у нее проблема была с микрофоном? Угу. Ну, в общем, я вижу, что вот в переводе третьей книги Рамаяны, собственно, третья книга еще доступна к покупке. Вот. Значит, о праматнах – это первое слово, с которого начинается шлока. И я могу предположить, что в русском переводе оно переведено как «владеющий своими чувствами». Смиренный. Хорошо, давайте, может, пойдем дальше, там еще... Да. То есть, вот я для себя запишу, например, что вот согласно Гринцеру,
владеющий своими чувствами. Так. Виктор, можешь ли ты нам зачитать следующее имя? Можешь ли ты найти, какое у нас 326-е имя и поставить его в дательный падеж? Справишься ли с задачей? Так, я пока отключился. Вот у нас имя, я его тебе написал. Это 326-е имя Вишну. Можешь ли ты его поставить вот в нашу формулу? Пратишхитас. Да, это именительный падеж. А тебе надо поставить его в дательный падеж. Ну, если это мужской род, пратишхитахья. А зачем тебе итах и тая? Ты хочешь лучше совместить лучшее из двух миров? Итах, итах, да. Пратишхья. 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 А куда ты его делал суффикс? Ты куда-то что-то потерял? Пратишхья. Тая. Тая. Какая страница, Виктор, в учебнике Веры Александровны? Склонение Сутта Ивана. Бедный Виктор, я тебя отправила как прочитать. Сейчас нет, не обращай внимания, как надо читать, ты сам вспомни, где ты можешь добыть эти сведения. 64-я страница. Так, как... Основано на А. Ну да. То есть получается... Пратиштхита, это, да. Ну, подзабыл, согласен. Да нет, это же не проблема. Мы здесь не для того, чтобы красоваться, а для того, чтобы укрепиться в своих намерениях, значит, погрузиться именно в и получается пратиштхита я. Да. Значит, и мы вначале ставим ом, а в конце ставим намаха. И поэтому, пожалуйста, попробуй все это соединить. Ом пратиштхита я намаха. Ну, плюс-минус, да, прекрасно, спасибо, что мы знаем про это имя. Ну, оно состоит из прати и ста и ита, суффикса. Ита. А что за такой суффикс ита? Надо посмотреть в сборнике суффикс, которого у меня нет здесь с собой. А Вань, что за суффикс? Как ты это суффикс причастия. Суффикс причастия. Это... А откуда и? Вставная «и», которая сетная, ну, «и». Потому что он заканчивается на «а», «протишта». Ну, просто потому что сетный корень. Да, да. Точно, это же причастие. Он заканчивается на ноль звука, но... стха, но да. И когда он в слабой ступени, он присоединяет к себе суффикс через вставную «и», сетную. Да, то есть морфологически здесь... предельно ясно. Про «ти» разве что из конспекта зачитайте вслух, как Андрей Анатольевич переводит про «ти». Обратно поставленный. Угу. Ну да, буквально получается обратно поставленный. Ну, про «ти» может переводиться как в направлении, против, противовес, назад, снова взамен, вниз, на, перед, напротив, в присутствие, в сравнение. То есть у него много значений, не только обратно. То есть, а так как здесь, скорее всего, значение какое-нибудь философское, то все-таки придется прибегнуть к нашим словарям. То есть Майерхофер нужен там, где нужна этимология. Но здесь нет никакой этимологии, здесь этот пласт невозможен. Возможно, философия. Поэтому, ну вот даже вот словарь индийской философии, не исключено, что там что-нибудь на пратиштха даже есть. Сейчас я запущу пахтанья. Но у меня этого словаря, к сожалению, нет. Я не знаю, где его сейчас взять. У меня здесь нет ничего. Есть только пратибха. Пратистха нет. Ага. Ну, попытка не пытка.
То есть мы видим приставку, видим корень, понимаем суффикс, но нам от этого легче не становится. Противопоставление. Значит, надо вспомнить про Саяну. Значит, кто у нас знает путь к Саяне? Есть ли среди нас такие? Кстати, что это такое? Саяна. Это средневековый индийский комментатор, который написал санскритский комментарий, который Владимир Карецкий перевел на русский язык, который мы готовим к изданию. В общем, это средневековый индийский комментатор. Он в бумажном виде существует? В том виде, как нам бы хотелось, нет. Ну, чтобы что-то использовать как-то же, его где-то можно видеть? Ну, распечатать разве что черновую вёртку файла, скажем так. Разве что так. Я нашла такое высказывание в романе, во второй книге. «Дхармах сатье пратист хитага». «Добродетель зиждется на правде». Ну, это, наверное, не наш случай, в смысле, да, там, из того, что ты озвучила, вроде совпадение... Правда, то есть пратиштха – это правда в переводе. Ну, пратиштха и пратиштхита – это все же не одно и то же. Пратиштхита. Но здесь именно, сейчас я скажу, пратиштхита. Нет, здесь пратиштхита. Дхарма сатье пратиштхита во второй книге о Йодхиаканда. Сейчас я пришлю этот... Да ищет. Пахтания да пахтается. Угу. А Саяны у нас нет в Пахтании, да, насколько я помню? Нету, да. Много что нужно встраивать в Пахтании, но это не приоритетное направление. В том плане, что для наших нужд нам хватало. Ну, если мы заманим, например, Олю к себе, тогда докрутим, значит, Пахтанию. А если нет, то оставим как есть. Смотрите, у Фриша еще одно значение есть безопасный. Ну, то есть к тем, которые были уже озвучены. Стоящий, вот. Заложенный. Пахтания нашло 130 записей про Тишка. То есть как бы много что нашлось. Я расшарю сейчас свой экран. А зачем мы мучаемся? Почему бы не обратиться к словарю Мюнхер-Вильямса? Здесь прямо вот указано... Отвечаю. Почему мне не интересен словарь Мюнхер-Вильямса? Отвечаю. Словарь Мюнхер-Вильямса – это переводной словарь. В смысле? В прямом смысле. Это не оригинальный словарь. А, то есть Мюнхер-Вильямс перевел его с какого-то другого языка на английский? С немецкого. Немецкого, понятно. То есть, соответственно, он уже переводной, а мы переводной словарь еще раз переводим. То есть, как бы это уже тройной, если не четверной перевод. Поэтому Мюнхер-Вильямс для каких-то общих наблюдений, как я уже сказал, для того, чтобы быстро взглянуть, да, но как серьезный источник для анализа имен Вишну, он мне не интересен, потому что мы имеем выписки из первичных источников. То, на что изначально опирался Мюнхер-Вильямс, нам доступно в русских переводах. Поэтому зачем мне третичный источник, если я могу обратиться к первичному? И, собственно, вот я показываю сейчас, расшарю экран. Зачем? То есть Мюнхер-Вильямс прекрасный словарь, но у нас наши инструменты, они пошли на шаг вперед. Вот. Вот у меня 130 записей, которые... Виден ли мой экран? Виден. Угу. А вот, соответственно, я могу посмотреть в Атхарваведе, что означает пратхишта. Зачем мне смотреть, как Мюнхер-Вильямс в английском перевел с немецкого? Мне это лично не интересно. Но мы иногда туда заглядываем. Мы заглядываем, но это не приоритетный источник. А знаете, что Бетлинг пишет про это слово? Это как Википедия. Мы туда можем зайти, но мы туда не ходим. Намеренно и стабильно. Значит, супратиштхи там хорошо устроенным.
хорошо, устроенными. Ну, су у нас нету, поэтому хорошо мы отбрасываем устроенным. То есть мы делаем предположение, что в Атхарваведе вот эта часть, то есть это здесь су пратиштхита, это самаса. Мы делаем то, чего делать нельзя. Оторвали Мишке лапу, оторвали часть, то есть привет. И оставили то, чего в жизни в Атхарваведе отдельно никогда не было. Но мы идем на некую искусственную такую манипуляцию. И вот мы для себя, допустим, записываем, что вот не пратиштхита означает в Атхарваведе устроенный, а мы пишем, допустим, дефис, пратиштхита, вот чтобы указать, что мы как бы не взяли полную словоформу, а взяли ее часть. И мы говорим, что вот дефис пратиштхита, согласно 12 книге Атхарваведе, это устроенным. Но так как здесь значений много, вот мы видим, что у Кальянова в первой книге Махабхараты есть целиком пратиштхита. Не вот как часть сложного слова, а целиком пратиштхита. Но сложность с Махабхаратой заключается в том, что ее на русский язык Кальянов решил переводить прозой, а следовательно, глазками тут еще надо найти, где здесь именно находится эта пратиштхита. Зацепка здесь могут служить, например, имена собственные или, вот, например, вот Тришулакешу. Значит, что тут за в трех мирах? Все, вот глазками зацепились в трех мирах и смотрим. Содержащиеся дважды рожденные в подробно. Нет, утвержденные, наверное, утвержденные. Утвержденные в трех мирах. Да, то есть вполне правдоподобно. Утвержденная, значит, в первой, в Адипаде Махабхарате, значит, устроенным в 12 книге Атхарваведы. Понимаете, когда я так говорю, меня можно перепроверить. Я могу ошибиться, но меня можно верифицировать. И это называется исследование. Исследования должны быть верифицируемы. А если вы скажете «Мони Вильямс сказал», то к вам серьезно относиться не будет, потому что Мони Вильямс – третичный источник. Он удобен, но для каких-то задач. А если идет как бы беседа, расследование, то он лишь отправная точка, но он не конечная цель. А знаете, как Бетлинг перевел это слово? Да, да. Нет. Собственный, особый, не имеющий общего с другими. Вот, и видите справа, сколько у меня результатов поиска, да? То есть, как бы, вот эта огромная страница, 155 результатов. То есть, здесь есть способ выписать, например, вот, например, мы видим, что есть Махабхарата первый том, но мы, например, решили узнать, а как кроме Кальянова, например, переводил Васильков. И мы смотрим те тома, который переводил не Кальянов. Да? Вот, например, вот 14-й том тоже есть пратиштхитау, нас это целиком устраивает, не тем пратиштхитау. Мы можем посмотреть, как Васильков переводил ту же пратиштхиту. Сейчас глазами попытаемся найти. Дхарма истина, то пусть оживет. Ну, истина там есть, не веду никаких разногласий. Извините, просто сложно так быстро читать. Причем там вообще мертвый младенец? Вообще не соответствует. А мы устанавливаем, как бы следствие продолжается. Значит, нужен ли мертвый младенец, или он не имеет к этому делу? Я глазами так быстро тоже не читаю, поэтому, собственно, вот высматриваем. Ну, он переводит это как сатьям, чадармача, пусть оживет, что ли. Так, истина, ну... покоится, мне кажется. На мне покоится постоянно дхарма и истина. Сатьям ча дхарма шча маи нитьям пратхи стхита. Ну, вот это предложение. Покоится постоянно дхарма и истина. Да, пожалуй, и тут ты права. Я склоняюсь к тому, что тут ты права. То есть, как бы, в общем, это целое большое... Анатолий к нам заходит. Это целая большая область. Видите, одно дело 1-2 результата, а другое дело 155. То есть тут уже избыток результатов. Извините, но просто мы сдвинулись со смысла. В этом последнем примере, пратиштхитам, да, это описание. А контекст там вообще что значит? А мы не можем разобрать 155 контекстов, поэтому нам здесь просто придется смириться с тем, что мы где-то просто ставим точку.
То есть вы мертвого можете... младенца мы изучаем. Мертвый младенец был один пример. Если вам не нравится, мы можем взять 15-ю книгу Махабхараты, чтобы не разбираться с мертвыми младенцами. Разбирать каждый контекст – это уже тема кандидатской диссертации по одному слову. Нам приходится ставить точки. Вот, значит, кулам чедам пратиштхи там, значит, это ближе к концу должно быть. Рисовые клёцки наши, и этот рисовые клёцки. Если вам приду на помощь. Благополучие рода, то есть... Кулам. Кулам – это значит семья там будет. А вот тут род, есть благополучие рода, значит, слава у нас кирти, значит, благополучие. На тебе лежит ответственность, что ли? Я извините, пожалуйста, что я вас сбила. Я просто думала, что мы смотрим один и тот же текст, переведенный разными авторами. Нет, а мы смотрим разные отрывки, где употребляется пратиштам. Вот меня просто сбило поэтому. Поэтому совершенно я думала, что первый перевод был совсем другой от второго. Я вас понял. Нет, это совершенно разные отрывки. На тебе лежит, мне кажется. Нет, тут похоже, что это благополучие этого самого у нас рода. Благополучие, то есть нечто, видимо, положенное бывает разных. Так, практически та, ожидая истории с ними. Я стою, видите? Но здесь очень часто используется как вот нечто установленное, стоячее и так далее. Извините, а я перепопустила все-таки. Как у Манье Вильямса это переведено? А я не помню. У Моньер Вильямса, меня слышно? Да. У Моньер Вильямса это переведено всего-навсего. Известный, прославленный. И даже указано, что одно из имен Вишну и буковка А, то есть Анушасана. Как там? Ну, как бы, то есть, получается, без перевода. Смотрите, вот у Гринцера есть отрывок «Дхарме сатьям пратиштхитам», то есть, получается, «жиждеца». 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 Вот. Да. Такого нету в русском языке слова. Ладно, все, молчу. Значит, есть такое слово. Жиждется, нет, зиждется, на «з» начинается. Муни Вильямса стоящий, размещенный, пребывающий, фиксированный. Я не знаю, где Аза там нашла прославленного. В конце вот этой словарной статьи. Не, ну это вторичное значение. Фиксированный, твердый, укоренившийся. Это идет ссылка вот на этот текст. В общем, я к чему? Я понимаю, Аза, что идет, но зачем нам, я говорю, тройной перевод далеко нас заведет. Еще дальше, мы и так далеко ходим. Иногда мы ошибаемся. Вот. Если он тройной, то это не обязательно всегда значит, что он неправильный. Он может быть начальный. Но мы не можем перебирать все. Если мы будем перепроверять все известные словари, то есть это невозможная задача. Мы должны решать решаемое. То есть вот есть Гринцер, у него зиждется, значит, у нас и мне, как один из переводов, это полностью устраивает, целиком. И мне не нужен Моньер Вильямс вообще. А как это относится к Вишну? Давайте теперь поймем. Ну, он у нас получается... Нет, как можно, на нем... можно я спрошу вопрос по русскому языку? Вот смотрите, слово да. «известный». Мне кажется, что там тоже есть этот «стан», да? То есть это есть, как бы... Есть, совершенно да. верно. И вот этот корень «стан», он связан с корнем «стоять». Совершенно стоян. Верно. Морфологически... То есть «известный» – это тот, кто стоит на какой-то определенной точке, где его все знают. И то, и другое есть причастие. Здорово. Поэтому... Все примеры, которые мы просматривали, использовали этот же корень «стан», то есть стоящий, находящийся, мы не обязаны. Значит, на этом фоне слово «известный» с корнем «стан» очень подходит. То есть как бы «известный», слове «известный» нету корня «стха». В корне «известный» просто такой же суффикс, как и в смысле... вот есть стхита, это пассивное причастие прошедшего времени, и известный, это такое же пассивное причастие прошедшего времени, только русское. И это их сближает, и не более того.
Это здорово. Я не пытаюсь сравнить слово «известное» со словом на санскрите. Я пытаюсь сравнить переводы на русский. В одном случае это переводится... Я не понял, что вы пытаетесь сравнить. В любом случае, я говорю, вот толкование того же Гринцера, которое не входит ни в один из словарей, которые нам даны, мне ближе даже лучшего определения Мони Вильямса. Вот и все, что я хотел сказать. И чем хороша Рамаяна, что она пошлочная, в отличие от Махабхарата, которая поабзацная. То есть в ней дольше искать бывает даже и так сразу. Марсис Юрьевич, да какой перевод с вашей точки зрения правильный для этого? Правильного нету перевода. Давайте посмотрим. Знаете, что с Чандогью Упанишаду, где есть толкование этого слова, оно совершенно неожиданное. Это означает отставленный, отдыхающий. Потому что Браман, он отдыхает в его собственной силе, и он не нуждается ни в чем, он полностью самодостаточный, он наслаждается своим вот этим расслабленным состоянием, отставленным от дел состоянием. Марта Юрьевич, можно маленькую ремарку вставить? Конечно. Из зала. Мне тут кажется, что очень полезно вспомнить, что вот в йога-сутрах Патанджали, это что я помню, что определение ямы там, ахимса, сатья и так далее, астея, там звучит фраза такая, ахимса пратиштхаям и так далее, сатья пратиштхаям, то есть установившийся, утвердившийся в сатье, в ахимсе. Так что очень похоже. Ну вот утвердившийся, то есть как утвердившийся хорошее. Да, это толкование Шанкары, тот, кто пользуется поддержкой, утверждается в своем собственном величии, возвышении. Тот, кто зависит от себя, это комментарий Шанкарачарьи. Самоутвержденный, самоутверждающийся, самореализованный, я не знаю. Уверенный. Уверенность в своей следовании практике ахимсы, уверенность в своей... то есть тот, кто уверен в своей практике ахимсы, тот, кто уверен в своей практике сатьи, то есть это уверенный в своих... Слово «уверенный» есть и другие слова. Все-таки здесь есть некий оттенок. Здесь есть оттенок, который в слове «уверенный» потерян, как по мне. Просто в санскрите очень много слов. Мы пытаемся калькировать, создавая, вот как Ваня сказал, иногда некоторые искусственные, неуклюжие слова, но которые, тем не менее, пытаются сперва вот поморфемно передать это слово. Ну вот пусть неуклюже, но близко. А потом уже можем отходить, в какую сторону заблагорассудится нам. Ну, дословно это же будет противопоставленный. Не обязательно против. Там прати же не всегда против. Не всегда, но очень похоже. Протестхи, да? Противопоставленный. Нет, но это как бы такое мнимое сходство. Оно может быть обманчивое. То есть здесь как раз не первичное значение прати, да, в какой-то одной из... Вот тут было бы интересно, конечно, значит, у нас... Тут было бы интересно посмотреть вообще все слова, начинающиеся на прати, и вот не в рамках уже конспекта Залезняка, а как вообще может, куда может вывести нас прати. С какими глаголами прати сочетается и что из этого получается, да? Ну да, то есть как бы утвержденные то, на чем все зиждется. Ну, как бы я считаю, что уверенный – это как бы уже шаг в сторону. Ну, уверенный шаг в сторону, но явно это корень такой же, как со словом «стоять», потому что все, однозначно, что однозначно. Со словом «стоять». Однозначно. То есть я просто пыталась со словом «известный» подобрать что-то, что, может быть, происходит тоже изначально от корня «стоять» в русском языке. Я вас понимаю, да, но просто... Найти иногда... связь между словом «известный» и между иногда словом вот «стоять». Иногда буквализма надо идти шаг в сторону. То есть буквализм мы приветствуем, но иногда шаг в сторону. Ну что, Свет, шагнем... Дальше. Мы успеем еще одно слово только... Да, прекрасно. 327-е.
Вань, не сделаешь ли ты одолжение? Зачитай, пожалуйста, сканду в дательном падеже, поставив перед ним ом. Арт, слушай, у меня к вам небольшая просьба. Да. Давайте все-таки будем давать высказываться людям, потому что они пришли к нам в гости, и им хочется поучаствовать в дискуссии. Вот, не перебивайте их, пожалуйста. Хорошо. Ну, я просто иногда знаю некоторых участников, поэтому... Ну, когда мы были в посольстве, вы даже там этого крутого дядьку постоянно перебивали. Я ему не давал слова сказать, я его не перебивал. Да, вы ему вообще не давали слова сказать, он пытался что-то хотя бы сказать, но вы... Да. Хорошо, Вань, значит, пожалуйста, произнеси 327-е имя в дательном падеже. Значит, ом чего-нибудь... Ом скандая намаха. А, спасибо, отлично, все. Значит, скандая, мне кажется, что у нас даже было имя, Анатолий. Помнишь ли ты такое, если ты тут есть? Ну, сканда – это имя Картики. А, у нас, кажется, было уже сканда. Было, было. Я вот не уверен, что было. Сейчас я поищу по этому, по чату. Поиск по чату сделаю. Недавно, по-моему, мы про сканду разговаривали, но совсем недавно. То есть мы одновременно пишем, напишем это в скайпе, потому что основная группа у нас в скайпе, и в зуме все стирается. Поэтому... Нет, мы могли разговаривать, но по другому поводу. Не было его. Не было, да? Не было. Хорошо, прекрасно. Если Анатолий говорит, то он прав. Да, есть люди, которые не ошибаются. Так, итак, сканда. Попробуем найти, ну, например, в том же Майнхофере. Есть ли у него статья сканда? Ну, первое предположение этимологии я вижу, но пока не понимаю. Вот, если кто-то пользовался топором, можно было бы проверить, нет ли у него сканды. У меня, к сожалению, нет топоров на этом компьютере. У меня здесь вообще ничего нету. Сканда – все, что прыгает, подпрыгивает, кузнечик. Струящийся, изливающийся, излияние, проливание, гибель, разрушение. Ну, кузнечик, прекрасное имя, как бы. Зовите меня просто кузнечик. Постоянно иссушающий. Сужающий? Иссушающий. А. Ну, как бы это краткий вариант, а потом он пишет сканда. Тот, кто скандати, истекает в виде нектара или в виде ветра из суши. Хорошо, открываем тогда корень сканд. Посмотрим, что там творится. Есть такой корень, сканд? Скандинавия, да, случайно, да, нет? Да, по-моему, есть. Да, действительно есть. Вообще не похоже на санскритский корень, ну ладно. Да, но это как раз вопрос к Берроу, например, что он сказал бы насчет вот этого сканда. У меня нет электронного Берроу, к сожалению. Как я могла не взять его с собой, я не понимаю. Электронного хотя бы. Электронные у нас уже есть, но, в общем, ладно. Неважно. Ну, лип, прыгать и увидеть, не. Ну, отсюда и кузнечики, да. Прыгать. Может быть, у Фасмера что-то будет. У Смирнова впрыскивание, уничтожение, напасть. Захватчик, как олицетворение этого, полководец богов. Захватчик у кого? У Смирнова? Да. Ну вот, собственно, сканда, как бы, как Картикея, да, да, это захватчик. В симфоническом словаре, вот я там, где читает Анатолий, скопирую эту статью. Возможно. Вечно юный сын Шива. Я, ну вот, я не понимаю, почему это, получается, Шива сына в честь Вишну назвал? Мы пока не можем делать такие выводы, кто в честь кого чего назвал, мы просто пока пытаемся понять, есть ли тут глагольные корни, если есть, какой. И вот Смирнов, целый ворох этимологии. Но у меня не копируется ни сюда. Ладно. Значит, сканда впрыснутый, взбрызгивание. Короче, явно не кузнечик. В общем, взбрызгивание. А от чего он его берет, я пока не знаю.
Сбрызгивание, вспрыскивание. Так может быть сбрызгивание с кузнечиком? Ну смотри, впрыскивание, дальше. Захватчик, как олицетворение этого. Олицетворение чего? Этого, то есть полководец богов. Полководец богов Сканда с одной стороны связан с войной, а с другой со всякими болезнями и эпидемиями. Мифы о Сканде сложны и запутаны, что свидетельствует об их относительно позднем происхождении. О значении и происхождении имени Сканда смотри беседу Маркандеи, глава 225. У нас, скажем так, перевод Смирнова в удобоваримом виде пока не оцифрован. Можем сделать попытку найти, но она может не увенчаться успехом. Это третья книга Махабхараты, да? Надо найти беседу о Маркандее, раз Смирнов нас туда отсылает. Ну, у меня есть, я нашла ее. Сейчас я пролистаю. Видите, вы только сказали слово, а я уже ее нашла. Сейчас. Это называется преданность. Значит, слово не договорилось. Здесь большая статья Смирнова. Анугита, третий раздел. А где сам перевод? А, ну вот. И что здесь мы ищем в этом файле? Не знаю. Видишь, объяснение слова Сканда, а Смирнов говорит в этой главе. Ну, может быть, я поищу прям Сканда там. Может быть. Последний эпизод беседы Маркандеи – типичный браминский текст, основная цель которого – показать бессилие кшатрия Индры и величие брамина Картикея Сканды. Миф очень запутан, осложнен превосходящими астральными моментами. Путем сложных хитросплетений легенда доказывает, что Сканда – сын брамина Шивы, лишь принявшего образ кшатрия Агнирасы. Так, ну это последнее, значит, нужно смотреть. Миф о брамине приобретается с астральными пребыванием солнца огня. Сейчас еще посмотрю, каковым является Сканда. Так, в страхе. Вот Сканда сидел в золотой броне, венчанный в золотом венце, заплетенными волосами, золотыми глазами, в багряных одеждах, острозубый. Он радовал сердце, одаренный всеми счастливыми знаками. Но пока нету про имени. Ну, смотрите, на сайте Смирнова есть 225 глава, к которой, собственно, отсылает и нас Смирнов. Но в этой главе я пока еще просто послал, я еще не нашел в ней то место, о котором он говорит. Рудра извергнул семя, как гора белая появилась, силу паваки в белом змее заключили стражары. Все небожители, увидев, что почтил его Рудра, провозгласили Гуху, лучшего из лучших, сыном Рудра. Было проникнуто Рудрой это дитя, потомок Вахни. Здесь он родился, как Сканда, затем он стал сыном Рудра. Рудры в Вахине, от Сваги и шести жен. Бхарата родился Сканда, лучший из Суров, и стал сыном Рудра. Одетый павокой незапятнанной одежды, сиял счастливой, пламеняющей красотой, как двумя багровыми тучами лучистое солнце. Ну, это тоже, наверное, не совсем то. Но здесь идет такое, как бы, соответствие его сияния и его имени. Пятый. Так. В электронном тексте Смирнова нету примечания, которое как раз... В общем, надо открывать бумажную книгу, в смысле скан бумажной книги «Беседы о Маркандее». Ну, я вот ее открыла, но тут 43 упоминания Сканды, но здесь как бы, может быть, набрать имя. Просто. У меня в браузере закончились закладки. Я вот читала сейчас тоже параллельно, там что-то по поводу его рождения, там связано это имя с его рождением, потому что они там без Парвати взяли... семя Шивы и куда-то его там унесли и бросили. Угу.
И вот это имя Сканда связано с этим процессом. Я пока не поняла, как там корни, но, может быть, вот это вот выпрыскивание, оно как раз... А, ну, смешно, что впрыснули, как бы, в общем... Ну, что-то они там сделали по поводу... Он и есть впрыск, он и есть впрыск. Клонирование. Там оно какое-то, по-моему, было очень горячее. И без участия женского. Его там пытались... Он не кузнечик, он просто, как бы, эмбрион. Эмбрионально зачатый, как это, не эмбрионально. Там какая-то, да, там вот везде Википедия, все, что я смотрела, там что-то как-то связано имя с вот этим способом его появления. Зачатие, понятно. Смотрите, это, пожалуйста. Эякуляция называется. Да, как бы тут, короче, нормально так, как обычно, в принципе, у нас все бывает. Да, у нас всегда все к этому сходится. Да. Имена практически. Особенно с именами Шивы. Мы постоянно к Шивалингаму приходили. Куда бы мы ни шли, с каким бы... Мы же разбирали имена Шивы, это было тоже очень интересное. Да, и у нас обычно или Йони, или Лингам. Обычно так. Учитывая, что Сканда – это сын Шивы, поэтому возвращение к вопросу эякуляции, видимо, естественно. Угу. Я не нашла ничего про имя Сканды пока в этом тексте Смирнова. Но да, возможно, что впрыснутый. У Гринцера комментарии есть к Ромаине 1.2. Сканда излитый. Какой? Еще раз повтори. Сканда чего? Излитый. Излитый? Излитый. Прекрасно. Сын Шивы и Умы. Прекрасно, излитый. Ну, или излитый, или влитый, или впрыснутый. В общем, что-нибудь там вот с этим, на эту тему, да. Ну, действительно же, миф о Шиве, он же, как бы, у него было очень горячее семя, да, оно вылилось в Гангу, и воспитали Сканду там какие-то 6, в общем, богинь, которые жили в Ганге. Картики. Картики, да. Ну, они там не жили, они там просто пришли искупаться. И все из них приняли частично в себя это семя, только одна отказалась, Арундхати, за что и стала символом преданной жены. Ну вот как нам Азы не хватало-то. Я опять не вовремя. Нет, ты наоборот очень-очень-очень вовремя, и прям супер, так и есть все. Спасибо. Я для себя пишу впрыснутый. Они его все родили, да, одновременно. И выкормили, все ему давали грудь одновременно, за счет чего он развил у себя 6 лиц. То есть, посмотрите, как интересно, Арундхати семя принять себя отказалось, а сосочек ему дать не отказалось. И за счет этого она не считается непреданной женой. Ну, это получается, она кормилица, а не мать. Ну да. Вот, Рамаяна 1. «И боги сказали, да будет ему имя Сканда, ибо пылающий, как огонь, он выпал из лона матери». Ага. И комментарий. Не впрыснутый, а он выпал. И комментарий идет. «Да будет ему имя Сканда, он выпал из лона матери». Один из примеров эпической этимологии. Имя бога Сканды трактуется как восходящее глаголу «сканд» – «исторгаться о семени», «выпадать». Ну вот как не любить Гринцера? Это круто, очень классно сказано. Несмотря на то, что Гринцера ругают, он прекрасен. Исторгаться о семени, то есть, соответственно, Сканда – это исторгнутый. Как это относится к Вишну? Может быть, было какое-то рождение аватара Вишну, которое тоже... А вот это самое, вот я, может быть, неправильно поняла, тут вот как бы, может быть, Аза это знает хорошо, но я вот сейчас стала читать, его же там вот таким образом родили для того, чтобы противопоставить Шиве. То есть как бы потому, что там написано, что Шива стал обладать какой-то суперсилой из-за того, что у него были тапос. И надо было, чтобы его семя куда-то выпало, нет, чтобы его прекратили тапас. Нет, там демон был Тарака, который захватил власть над мирами своей аскезой, и нужен был, и только сын Шивы мог его победить, и для этого Сканда был рожден. Не чтобы Шиве противопоставить, а чтобы демону противопоставиться.
с демоном сразиться. Но он его потом убил. А, кстати, этот демон отвечает за духовную гордыню. Мне нравится, потому что в каком плане? Вот имя Дрона. Помните, разбирали мы Дрона? А, кажется, разбирали. То есть там же то же самое получается, похожая история. Почему он называется Дроной? То есть, в общем, у них имя дано по тому же принципу у Сканды и у Дроны. А вот что означает Дрона, не буду говорить, потому что, значит, иначе вся интрига пройдет. Но они по способу зачатия описывают. То есть имена по способу зачатия. Ну, Дрон – это, по-моему, горшок какой-то. Горшок, не просто горшок, а определенный тазик такой, значит, вот. В синтаксисе корыто было. Корыто, да, корыто, значит, вот. А почему корыто? Вот там тоже как раз вот связано с способом зачатия. Вот. Ну, тоже потому что какой, некий святой выпустил, при взгляде на Апсуру выпустил семя, и оно попало в это корыто. Да, то есть как бы у нас то есть, есть некое... зачатие в пробирке, да, без участия... Да, да, зачатие в пробирке, то есть да, я... экошная как бы линия развивается, в общем, задолго. Но без яйцеклетки. Но без яйцеклетки. То есть это я про это тоже очень часто рассказываю на своих выступлениях, на мастер-классе, что индийцы воспринимали семя мужское по принципу как семя растения. То есть они потому что его видели, а яйцеклетку женскую они не видели. И вот как семя растения попадает в землю, то есть и из земли начинает произрастать росток. Точно так же и мужское семя должно попасть... Почему, Аза, почему только индийцы? Это все так видели? Это закрытую среду. То есть если есть женщина, хорошо. Если есть возможность создать какие-то похожие условия, то есть это будет... Без женщины, то тоже хорошо. Да, это какой-то... То есть есть горшок? Достаточно. То есть, в принципе, женщина не обязательно нужна для рождения. То есть есть горшок? Достаточно. Важно. То оттуда тоже вполне с таким же успехом может вывести младенец. Ну да. Поэтому и считали... Вот вы пришли к главной разнице между христианством и индуизмом. Потому что в Библии сказано, не пролей семя своего на землю, да? А у них хоть в горшок, хоть в океан. Ну, недаром же многие аскеты называются обладающим семенем, которое не пропадает зря. Еще я нашла такое, что Сканда – это атакующий, то есть тот, кто первый вступает в бой. И Кришна говорит, Бхагавад-гите, я Сканда среди военачальников, имея в виду, что он первый. Ну да, здесь получается именно оттенок того, что он попрыгунчик. И еще тут есть вайшнавские толкования. Он течет как нектар, когда имеет дело со своими преданными, а также иссушает своих противников, как ветер, поэтому его называют Сканда. Но это вот не рукта, самое настоящее. А, кстати, интересно насчет того, что он, впрыскиваемый, или как там было? Следующее имя – Скандадхара. Это держатель Сканды. А предыдущее имя было Пратиштхита. И я вот посмотрел по пахтанию, что как бы как встречается прати, чистое прати в ведах. И обычно это что-то, что возвращается само к себе. То есть получается, он как бы Пратиштхита... Сам себе, что ли, ты хочешь сказать? Он самоосновный. То есть он сам себя из себя порождает. Классно. Ваня, ты принят в нашу секту. Ну да, прати, одно из значений прати – это снова. То есть он сам и тот, кто, и тот, кого. Ваня, и... это на самом деле вот как бы вот добрая половина имен, тут получается такая, и субъект, и объект. То есть они туда как бы, они все время, то есть это не вот здесь частный случай, а вообще, не знаю, половина имен, они все время вот так вот взаимопереплетены. И это самая интересная часть, не сами имена по себе, а вот почему вот эта очередность здесь дана. И про очередность никто никогда не пишет. Вот все, что я перечитал про Вишну Сахасранаму, всех устраивает отдельное толкование имен, но я не видел нигде попытку связать их вместе.
если не про связывание имен, а про действительно, ну, предполагаемую мифологическую хронологию. Вот спросили, вот, а как это относится к Вишну? Почему это имя Вишны? Мы все время обсуждали до сих пор, как было дано имя Сканзе сыну Шивы. Нам это сперва надо с Скандой разобраться. Как, почему это, тут... это кто? Это Вишну получил имя Сканды в честь сына Шивы? Или сын Шивы был назван в честь Вишну? Что у там? У нас, когда мы разбирали имена Шивы, встречались имена, которые обычно приписывают Вишну в рамках Шивы. Когда мы разбирали имена Вишну, нам встречались имена, которые обычно принадлежат Шиве, а они были в рамках Вишну. Поэтому как сказать, кто был первый? Я не знаю. Я свечку не держал. Как бы мне бы понять, как Сканда устроен. Здесь явно обыгрываются вот слова из Бхагавадгиты, где Кришна говорит, что Кришна же это у нас как бы Вишну, да? И он говорит, что среди... там полководцев, да, я Сканда. Ну да, я уже это говорила. Да, то есть... Ну, если... Повтори, пожалуйста. Поэтому как бы он Сканда. Вань, повтори, пожалуйста, свои мысли, вот еще раз вот сформулируй ее. Вот, да. Он Сканда, то есть впрыскиваем мы, и он Скандадхара. То есть тот, кто этот впрыск как бы держит. Удерживает. Удерживает. Как бы обладатель или носитель. То есть, и это связано с предыдущим именем Пратистхита, которое в таком случае можно перевести как самоосновный. То есть, он не имеет какой-то причины своего бытия вне самого себя. Еще я нашла такой классный перевод, как нападающий, ну, как в футболе. То есть тот, кто активно вот, движется, идет вперед, прыгающий, нападающий, бог войны. Футболе, это, по-моему, именно нападающий называется, да? Ну, да, то есть поскольку у него не было женского начала, у него только две Y-хромосомы, хромосомы X нет, он стал военно это самое, ориентированным со своим мужским только самозачатием. Получается, что он... То есть среди сперматозоидов он самый активный, самый значит... Да, но и у него... А, нет, у него же картики, они там участвовали, да, в оплодотворении? Я не поняла, Аза объясняла. Нет, или... нет, они его не рождали. Они просто выносили это семя. Ну, там же много разных версий этой истории. Я читала Эрмана и Тёмкина, и там было так, что это семя упало в воду, и родился он вообще из воды, и лежал, значит, на лотосе, и потом его только нашли уже как дитя. Но есть и другие. Можно я просто для своего понимания? То есть Парвати там не имеет к Сканде отношения, то есть она не считается его матерью? Абсолютно. Так же, как Ганеша не имеет отношения. Ганеша в рождении Ганеши Шивы не участвовал. У Ганеши ей хотелось бы. То есть в рождении Ганеши не участвовал папа, в рождении Сканды не участвовала мама. Именно так. Вот в одном из комментариев говорится в Махабхаре. Сироты, а не что? Согласно легендам, Картикея Сканда почитается сыном Шивы и Парвати, который, однако, родился не из ее утробы. Шива бросил свое семя в рот богу Агни, о как, принявшему вид голубя, который приблизился к Шиве в то время, когда тот предавался наслаждению с Парвати. Но Агни, не будучи в силах нести то семя, бросил его в Гангу. В это время в Ганге купались 6 апсар, прозывавшихся критиками, которые воплощали собой созвездие критика. И от того семени все... 6 апсар зачали, родили 6 сыновей. Но эти 6 сыновей, согласно легендам, впоследствии таинственным образом воссоединились в одном необычайном облике с 6 головами, 12 руками и глазами. Поэтому Гуха или Сканда, бог войны, называется по-разному. Сыном Шивы или Рудры, сыном Агни, сыном Ганги и сыном Критики. Картикея. Вот такой вот классный комментарий. Есть.
Вот почему он относится к Вишну? Помните же, Кришна вообще затеял эту войну-то? Это была его инициатива на Курукшетре? Можно ли здесь какие-то аналогии провести? Если мы вспомним деяние Вишну вообще, он же обычно, как он, сам нападал, либо на него нападали? По-моему, он сам ходил и разруливал все эти... Получается, что среди генералов я... Я нападающий, да? Генералиссимус, не знаю, то есть как бы... Я атакующий, да. Он самый воинственный среди воинов, ну, в смысле, в том плане, что вот в этом буйном аспекте получается. Вот и связь, почему он Сканда. Потому что Сканда самый драчун, не знаю, там, как выразиться, то есть самый стратег. А он лучший драчун. Лучше Вишну не дерется никто. Вот и все, как-то так. Или мой прыск, самый лучший прыск. Я среди всех прысков, я сам, меня впрыснули так, что, в общем, вы подметки мне не годитесь. Ну, типа он зачинщик, да? Зачинщик, вот, прекрасное слово. Зачинщик, да. Вообще, сразу два направления сходятся. Зачинщик, прекрасно по мне. Тот, кто побуждал других начинать что-либо. Вот те самые, значит, кто переводил имя Вишну как Баламут. Я не помню, у нас было такое вот имя, вот Баламут. Тоже да. Не так. Вот. А вот здесь зачинщик, прекрасно. Затейник у нас был, затейщик, затейник еще. Затейник, да. А здесь он зачинщик, прекрасно. Подстрекатель. Ян, агитатор. Да. Да. Внезапные параллели с мифом о рождении, воссуществовании бога Ра так? Из Гелиопольской теокосмогонии. Разверни эту мысль, пожалуйста. Ну, в принципе, тут такие хорошие слова, конкретно слово «воссуществовавший». Если говорить, опять же, к пратистха, к всему этому. И я не нашел конкретно фрагмент из этого мифа, но Ра, бог, он тоже как бы сам зародился из первичного океана, понял, что вокруг ничего нет, что ему некуда встать, и он... тоже как-то изверг свое семя, оно полетело к нему в рот, и он затем выплюнул его в виде слов, в виде своих первых детей. То есть ты хочешь сказать, вот это мы выходим уже на уровень сопоставительной мифологии. Это как раз то, что любит как раз Ярослав Владимирович, то есть как бы в чистом виде. Это здорово. Потому что вот когда вот в третьей книге, например, Ярослав Владимирович дает комментарий, вот он в одном месте дает отсылку к шумерской мифологии. Казалось, где индоевропейцы, где шумеры, но вот как раз вот твой вот заход на Египет, это как раз то, чего сам Ярослав Владимирович вот ровно в твоем возрасте проделывал с третьей книгой Махабхараты. Он еще был студентом, когда он начал переводить третью книгу Махабхараты. Ярослав вот. Владимирович... Это переводчик Махабхараты, который вот начал... По фамилии... Васильков. Васильков. Вот он начал переводить третью книгу, как раз будучи еще студентом. Собственно, основной наш переводчик Махабхараты на русский язык. Хорошо. По-моему, было неплохо сегодня. Я про Сканду сам даже и не подозревал, что вот он такой. Лично мне это было интересно. Вот. Да, супер урок был. То есть, как бы, есть имена, которые прозрачны, но непонятны, есть, которые непрозрачные, непонятны. В общем, у меня потом этот мыслительный процесс, он длится еще несколько дней. Я пытаюсь, как бы, возвращаться вот к этим разборам. У нас нет возможности разбирать одно занятие, одно имя, но, как бы, эти процессы во мне продолжают бурлить. Не только в вас, Марцис Юрьевич. Иногда ночью просыпаешься, как какое-нибудь озарение придет, и сразу в чат пишешь. Ну да, у нас есть люди, которые перестали ходить на занятия, потому что они сказали, что они не могут уснуть после этого, и они поэтому перестали ходить. Лично как вам записаться?
Как вам записаться? Потому что тема... Ты уже в секте, Ваня. Про эякуляцию, про еще, про все остальное. Да, у нас как бы долго... К нам долго ходила, значит, Наташа, а она гинеколог, поэтому эта линия у нас была схвачена. Вот. Но теперь эта линия пришла в упадок. Вот. Олег любит эту линию. Олег тоже пропал. Олег тоже пропал. Кому-то надо развивать эту линию. Да, в этой линии мы не сильны. Вот, поэтому... Давайте я буду за эту линию. Аза, для этого необходимо постоянно приходить каждый четверг в 8 часов, как бы, вот, то есть... А я теперь научилась, я сама себе сегодня установила Zoom. Да, и ну, даже... видишь, значит, как бы основной технологический барьер преодолен. Да, ну, да, общем... Нет, потому что Zoom тебе не поможет, тебе нужен Skype. Да, теперь тебе Zoom не поможет. Zoom – это было расовое мероприятие, но ты его преодолела, значит... Мы встречаемся в Скайпе, вот, как бы основная наша. Я, может быть, и со Скайпом тоже разберусь до следующего четверга. Да, за неделю, может, и справишься, правда. Вот, собственно, это был некий образец. Не лучший и не худший, но вот так мы как-то бултыхаемся. А почему это не может в Зуме приходить? А потому что, ну, в Зуме нету сохраняющейся истории. В этом, пожалуй, основное неудобство. И неудобный чат для картинок. А так как у нас много картинок при разборе, часто. То это вот эти два неудобства сводят на нет удобства Зума. Вот. Еще вопросы есть у кого-то какие-то? Мы гипотетически могли бы, конечно, создать телеграмный чат, в котором мы писали бы. Но мы пока... могли бы вообще как бы общаться в Zoom, а в чат Skype. В смысле, бы... созваниваться в Zoom, а списываться в Телеграме, но пока вот мы к этому не пришли, потому что нас обычно там условно 6-5 человек, поэтому не было такой необходимости. Вот. В любом случае, я рад, что вы пришли, что мы поговорили. Возможно, кто-то из вас даже останется. Было бы здорово, потому что впереди еще около 6-7 лет разбора. То есть это долгое путешествие. К осени каждого года мы теряем часть нашего состава. Это нормально, это естественно. Это сколько имен за год? Ну, надо считать, сколько у нас получается занятий. Я сходу не отвечу. За раз 5 имен. Ну вот мы уже, кажется, 2 года занимаемся, чтобы дойти до вот этого 320. 5 занятий, около 40 занятий в год, наверное. Ну, чуть больше даже. По количеству. 52 недели, ну плюс... 52 недели, но с пропусками какими-то. Да. Пропусками. То есть максимально 50 занятий, минимально 40. От 40 до 50 умножаем на 5, вот столько имен мы проходим за год. Ну, где-то 230 имен за год. Ну, может, 220. А они в алфавитном порядке? Нет, они в том порядке, как в Махабхарате. Их сказал Бхишма, когда он умирал? А, да, я помню. Вот почему в таком порядке? Это один из основных моих вопросов. Почему в таком порядке? Там смысловые пучки, то есть эти слова идут подряд, либо они похожи друг на друга по звучанию. Они иногда идут по цвету, то есть, как бы, например, иногда по запаху, то есть иногда по форме, иногда вот объект-субъект, вот, иногда просто как бы какая-то череда синонимов, то есть как бы самые разные связи. И основная моя задача, как я вижу, это именно попытаться установить какие-то связи, вот. А для этого нужно разобраться. А что в интернете написано? Как ничего, вопрос не в интернете, ни в одной бумажной книге эти связи. Ни один санскритский комментатор не касается этих связей. Мы первые, мы первопроходцы. Мы занимаемся этим только потому, что если был бы кто-то, кто удачно бы разобрал, мне было бы жалко столько времени этому уделять. Этого нету. Мне лично это интересно. Меня заводит словообразование. Если вы изучали имена Шивы, какой порядок там? Там 108 имен, это же получается поздний текст, в смысле, это именно такая литургическая штука, она намеренно составлена с литургической целью,
там тоже не алфавитная. Ну, то есть, как бы там, там похожий, но ну, как бы маленький образец. Похожий. Тоже смысловые связи, тоже пучки такие смысловые. Но немножко по-другому, потому что здесь, ну как, это все стихи. Вот то, что мы разбираем каждое слово, это ведь на самом деле стихи. И как вот они внутри этой шлоки взаимодействуют, это еще один вопрос. То есть помимо вот того, как связано одно слово с другим, эти одно слово – это конец стиха, а другое – это начало следующего уже стиха. Ну, вот сегодня, например, на это мы вообще не обратили внимания, а могли бы, например. Потому что, может быть, например, там сканда – это начало нового стиха, допустим. Давайте закругляться, уже поздно. Да, уже поздно, уже мы подустали. Анатолий, на сегодня на тебе лежит бремя завершения, значит, нашего, нашей встречи путем рецитации чего бы то ни было. Анатолий, я начинала с Махалакшми Аштакам первые 5 строф. Давайте мою любимую. Твою любимую, да, пожалуйста. Шрила Панчакшара Стотру. Да. Атха Шри Шива Панчакшара Стотрам Нагендра Харая Трилочаная Хасмангарагая Махешварая Нитьяя Шутхая Дигамбарая Тасмай Накарая Намах Шивая Мандакини Салила Чандана Чарчитая Нандишвара Праматханатха Махешварая Мандара Пушпа Баху Пушпа Супуджитая Тасмай Макарая Намах Шивая, Шивая Гаури Ваданаджа Врында, Сурьяя Дакшат Варанашакая, Шринила Кантхая Вришат Хваджая, Тасмай Шикарая Нама Шивая, Васиштха Кумхот Пхава Гаутамарья, Муниндра Деварчита Шекхарая, Чандрарка Вайшванара Лоучаная, Тасмай Вакарая Намашивая, Якшасварупая Джатадхарая, Пинакахастая Санатаная, Дивьяя Девая Дигамбарая Тасмай Якарая Намах Шивая Панчакшарамидам Пуньям Яхпатхет Шивасандитхау Шивалокамавапноти Шивена Сахамодате. Спасибо. Спасибо. На сегодня все. С кем-то до мы встретимся в следующий четверг. Приходите на разбор имен Вишну. Нам хватит еще на 6-7 лет. Имен. Спасибо большое. Прекрасное занятие. Очень познавательно, интересно. Ну, я рад, если кому-то понравилось то, чем мы занимаемся. Супер. А наши завтра в 9:30 все-таки? А наши завтра, вот как положено, так, в смысле, как я написал, так и будет. А как вы написали? Вы никак не смотрите, как я написал. Нет. 10:30, Виктор, завтра. 10:30. Окей. Всем всего доброго. Спасибо. До свидания.